Господин Балашова, министр сельского промышленности, секретарь безопасности, губернатор Балашова и советник президента Балашова. Государственный секретарь Совета безопасности. Министр иностранных дел. Председатель Президиума Национальной академии наук. Министр природных ресурсов и окружающей среды. Министр сельского хозяйства и продовольствия. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Монголии. Господин президент, я благодарен вам за приглашение посетить близкую и дружественную нам Монголию. Несмотря на то, что это первый государственный визит первого президента Беларуси как главы государства в Монголию, нас связывают давние-давние дружеские отношения. Основу наших отношений, безусловно, создали наши очень близкие и теплые отношения во времена существования Советского Союза. Мы вместе с вами воевали против захватчиков и оккупантов. Мы вместе с вами восстанавливали нашу жизнь. И мы сегодня приехали как посланцы доброй воли, как ваши друзья, для того, чтобы углубить и расширить наши отношения. Господин президент, основу любых отношений межгосударственных составляет экономика. Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы. Мы готовы предложить вам варианты и контракты самых технологичных действий предприятий на территории Монголии и Беларуси. Уважаемый господин президент, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили мне и моим коллегам столько времени для общения. Абсолютно убежден, что это послужит новым начинанием во взаимоотношениях между Белоруссией и Монголией. В далеком 1992 году, будучи депутатом парламента, я бывал на этих землях. Потрясающее изменения в вашем развитии. Вы знаете, даже не с чем сравнивать. Это была, как мне тогда показалось, какая-то, знаете, провинциальная, маленькая Монголия. Юрты, юрты, юрты. Сегодня, глядя на Улан-Батор, где проживает огромное количество населения, а по численности населения это примерно как Минск, я вообще потрясен. Новое здание, новое сооружение. Прогресс виден на каждом шагу, начиная с аэропорта по дороге в Улан-Батор. Я вас поздравляю с этим огромным прогрессом. Господин президент, я абсолютно приветствую и поддерживаю ту внешнюю политику, которую вы проводите на международной арене. Это единственно правильный путь, зажатый между двумя империями, громаднейшими государствами. Вы очень тонко, аккуратно проводите внешнюю политику, балансируя между этими силами. Я знаю, как непросто вам удержаться на плаву и повышать благосостояние вашего народа. Господин президент, я особо ценю ваше приглашение в этот сложный, очень важный, я вчера вам говорил, переломный момент в истории Монголии. Новые выборы вашего парламента.
Вы обладаете колоссальными ресурсами, огромными богатствами. Это ваше великое благо, но это благо нужно сберечь, нужно защитить, потому что мир сегодня ошалел. Уважают только силу. И чтобы существовать в этом бешеном мире, нужно быть сильным. И я от всей души, от всей нашей делегации белорусского народа желаю вам быть сильными, чтобы выжить в этом мире и чтобы сделать монгольский народ заслуженно богатыми и великими. Великий, как я вам говорил, Чингисхан всегда учил, чтобы чего-то достичь, каждому надо на своем месте делать свое дело. А власть должна быть жесткой, твердой, как кулак. Растопыренными пальцами власть никто не держит. Мы не страдаем гигантоманией. Мы прекрасно понимаем наши отношения и свое место в отношениях Монголии с другими странами. Мы бы хотели, как я уже говорил, с чего-то хорошего, великого начать с вами. 3-4 проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы чего-то можем. Давайте эти 3-4 проекта определим, и мы вам покажем, что мы можем с вами сотрудничать не хуже, чем вы сотрудничаете с этими великими империями. В вопросах сотрудничества с вами, господин президент, мы абсолютно открыты. Я прошу вас прислать к нам своих специалистов, делегацию, чтобы они увидели, как развивается Беларусь, и выбрали для себя то, что пригодится для Монголии. Мы готовы для вас решить любые проблемы, на которые мы способны, и которые вы увидите у нас в Беларуси, как они решаются. Ну и я хочу воспользоваться моментом, пригласить вас и ваших коллег посетить Беларусь с официальным или государственным визитом и посмотреть лично, как живет и развивается наша страна.